Доброго времени суток, дамы и господа. Меня зовут Дмитрий Медведев. И на моем канале «Заработок в интернете без вложений» мы с вами набиваем криптовалютой наши кошелечки, чтобы стать состоятельными людьми в недалеком будущем, когда криптовалюта выстрелит в очередной раз. Подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного проекта. А если удобно отслеживать информацию в соцсетях, подпишитесь на мои группы «Заработок в интернете без вложений». Это можно сделать на главной страничке моего канала в правом верхнем углу, а также в описании любого видеоролика. ВКонтакте, Facebook, Telegram, Twitter. Сегодня мы получаем с вами 4700 токенов от проекта ARA, как бы смешно это ни звучало. Это в эквиваленте $70 США. И airdrop этого проекта также проходит на платформе биржи LaToken, где мы с вами неоднократно уже проходили наши airdrop. Прелесть в том, что после окончания airdrop'а, а в нашем случае это произойдет 1 апреля, токены приходят сразу же к нам на биржу, и мы здесь сразу же сможем их продать, поступают на наши кошелечки. То есть автоматически создается кошелечек, и у вас на бирже уже будут эти токены по истечению 30 дней после окончания airdrop'а, то есть 1 мая. Единственная трудность в том, чтобы пройти три степени верификации. Нулевую, первую и вторую. Но я это уже сделал. Везде, как видите, подтверждено. И вам это будет очень просто и удобно делать, если вы перейдете на главную страничку моего канала и посмотрите вот этот видеоролик. Биржа LaToken. Регистрация. Где все очень подробно описано. И у вас не останется никаких вопросов. Ну и прежде чем начать, хотел бы порекомендовать вам обязательно поучаствовать вот в этом проекте. Здесь мы еще сможем получить до 31 марта токены от биржи BitStack. Думаю, что очень хорошо сможем с вами здесь заработать. Ну а теперь непосредственно к airdrop. Проходите по ссылочке, которая в описании, и нажимаете, где написано регистрация. Попадаете вот на такую страничку с Telegram-ботом, где нам предлагается получить $50 за простые действия в соцсетях, $15 за приглашение партнеров и $54 за выполнение баунти заданий. Давайте это попробуем. Нажимаем запустить. Теперь нажимаем вот на эту ссылочку и вступаем в группу Telegram. Нажимаем присоединиться к группе. Дмитрий Медведев теперь в группе. Возвращаемся обратно к боту. И нажимаем «Done». Теперь нам нужно вступить в Twitter данного проекта, поэтому переходим вот по этой ссылочке. И нажимаем «Читать». Возвращаемся обратно к боту. Вставляем свое имя пользователя в Твиттере, обращая ваше внимание без собаки, и отправляем. Далее нам снова необходимо пройти на их страничку в Твиттере и сделать лайк и ретвит поста, в котором они рекламируют продажу своих токенов. Давайте пройдем по ссылочке опять. И видим, что это как раз закрепленный твит. Нажимаем на сердечко и на зеленый квадратик, чтобы ретвитнуть. Нажимаем ретвитнуть и возвращаемся обратно к боту. И нажимаем «Done». Нас поздравляют, что мы заработали уже 100 токенов и просят ввести email. Обращаю внимание, email только тот, по которому вы регистрировались на бирже LaToken. Никакой другой, потому что тогда токены не придут к вам на кошелечке. Отправляем почту. И теперь нажимаем вот на эту ссылочку и вступаем в канал Telegram. Я уже сюда давно вступил, возвращаемся обратно к боту. И нажимаем «Да». Все, этот airdrop пройден. Появилась реферальная ссылочка, по которой можно пригласить друзей. Ну и также мы видим, что появилось меню, где мы можем посмотреть мой баланс, ссылочку увидеть для приглашения друзей, информацию дополнительную. Ну а также у кого есть время и желание, можно заработать еще 4700 токенов на сумму $70 США, просто приглашая друзей, либо выполняя задания, которые предоставляет этот бот. Здесь можно загрузить приложение, получить определенное количество токенов, а также с помощью подписок. Если нажать на subscription, то у вас появится задание. Можно от него отказаться, skip task, а можно нажать done и сделать. То есть сначала перейти по ссылочке, подписаться, соответственно, и сделать. И так далее, далее, далее по алгоритму. Но я это не буду сейчас делать, потому что это не быстро. Ну и, наверное, если у меня будет время, сделаю это в отдельном ролике. Ну а для кого этот ролик был полезен и информативен, обязательно поставьте лайк. Ну а кому еще и понравился, напишите что-то в комментариях. Пока-пока.